Слотокін. Королем може стати кожен. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається в секторі Газа, про війну Цахала проти терористів, проти Хамасів, хто їх підтримує, хто готовий оголосити війну і яка, звичайно ж, роль Росії у цій війні. З нами вже є на зв'язку, це є Еміль Шлеймович, головний редактор порталу «Деталі Ізраїль». Еміль, здравствуйте! Здравствуйте, добрий день! Эмиль, в первую очередь хотел бы начать с вами разговор о том, что сейчас в секторе Газа, потому что есть уведомление, что Цахал уже окружил город. Что вы можете об этом сказать, что означает окружил и какова и какие действия дальше Цахала будут в секторе Газа? Да, подтвердил информацию об окружении города пресс-секретарь армии. И действия ведутся следующим образом. Это глубоко эшелонированная оборона. Когда шли бои за пределами сектора Газа, удалось проломить первый этап этой обороны. Дальше начинаются вот проблемы с метро и с большой застройкой. То есть, насколько известно, армия действует сейчас таким образом. Она видит определенный этап, куда ей надо продвинуться. Она уничтожает там те дома, которые могут ей мешать или из которых ведется огонь. И дальше силы входят на зачистку. Там идет комбинированная операция, комбинированная в плане участия войск. Участвуют в ней пехота, участвует спецназ, участвует бронетанковый корпус. Все это при поддержке с воздуха, причем поддержка ВВС само собой. Кроме того, у подразделений существуют свои дроны, в том числе ударные, которые они могут запускать. Это инженерные войска, потому что продолжается обнаружение туннелей. И сегодня вот получили информацию, что два новых туннеля были обнаружены. Соответственно, в них загрузили взрывчатку, а их взорвали, обрушили. Там не было при этом людей, заблокировали этот вход, разрушили. Вообще, с начала операции нанесено порядка 12 тысяч ударов по разным объектам, по целям. И вот примерно 10% из них не были до этого в банке целей, который собирает разведка. То есть частично какие-то новые объекты боевой инфраструктуры, либо туннели находят солдаты уже на местах. То есть сейчас это кольцо, которая как минимум с одной стороны начинает понемногу сжиматься. Сжимается оно медленно, потому что армия не торопится. И все эти действия осуществляются с первоочередной целью максимально снизить, насколько это только возможно, наши собственные потери. Тем не менее, потери есть. И вот сегодня похороны командира бронетанкового подразделения у нас. Там тяжелые бои, там тяжелое противодействие. Бронетанковому корпусу противостоят боевики с противотанковыми ПТРК, с противотанковыми комплексами. Но Газа, да, Газа в кольце. И идет вот это вот продвижение зачистки, после которой, надо признать, там немного чего остается на поверхности. Эмиль, вот в эти минуты, вот прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, выступает впервые с начала этой войны лидер Хезбола Насрала. Мы будем следить, что он говорит, потому что я так понимаю, что ситуация обостряется, потому что созваниваются лидеры арабских стран между собой. И в эти же минуты Энтони Блинкен прилетел в Израиль, и он тоже сейчас выступает. Хотел бы в то время сказать следующее, что вот некие источники передают, да, следующее, что если Хезбола вступит в войну, тогда Соединенные Штаты Америки будут это расценивать, как Иран объявил войну США. Насколько это может быть серьезно? Смотрите, давайте мы вспомним, что изначально, когда Америка отправила сюда авиаударные группировки, она ориентировалась именно на Иран и именно на его прокси. Причем не прокси, которые в Йемене, там есть отдельные боевые корабли в Красном море, а именно Хизбалу. Это реальная серьезная сила, и есть очень много предположений, почему они не войдут в войну. Одно из главных заключается в том, что главный актив
Ирана, это все-таки не Хамас и не сектор Газа, а два государства, которые он де-факто контролирует. Это Сирия и Ливан. Хизбалла обеспечивает защиту режима Асада, и Хизбалла обеспечивает, скажем так, контроль над Ливаном. Тем не менее, Хизбалла, несмотря на то, что она очень хорошо вооружена, и там огромный совершенно арсенал ракет, и ее поддерживают со стороны Сирии некие другие шиитские милиции, в том числе из добровольцев, собранных из других стран, в том числе из Средней Азии, из Афганистана. Вот. И несмотря на это, по оценкам, это примерно 18 тысяч бойцов. То есть получить серьезный удар в ответ означает потерять значительное количество как своего боевого арсенала, так и в живой силе. Давайте я просто вот расскажу о возможностях группировки только одной, которую возглавляет Джеральд Форд, чтобы было понятно, почему еще до сих пор Хизбалла ограничивается только дуэлями. Но вот сегодня у нас, например, очередной выпуск снаряда противотанкового по наблюдательной позиции. Ну, соответственно, значит, армия обороны Израиля ответит либо артиллерией, либо танками, либо самолетами, каким-либо еще образом. Ну вот, просто описание одной группировки, да, Джеральд Форд. Это авианосец, который несет на борту 90 самолетов. Из этих 90 самолетов около 60 — это ударная авиация, в том числе новейшие F-35S. S — это палубная модификация. Это пятое поколение, то есть фактически это плавучая авиадивизия. Сопровождает все это ракетный крейсер «Нормандия». На нем, помимо ракет «Томагав», 16 противолодочных ракет и 80 зенитных. Значит, может быть, они убрали зенитные и добавили туда томагавки, да, такое тоже возможно. Помимо этого, там три эсминца, на каждом из которых ракеты самых разных типов, и их задача обеспечить противовоздушную оборону и противоракетную оборону, в первую очередь, разумеется, самой группировки, но помимо этого и всего, что вокруг. И помимо этого, все это удовольствие сопровождает атомная подводная лодка. Если там максимальная загрузка томагавками, то общий залп этих четырех кораблей без подводной лодки может достигать более 200 ракет томагавк. То есть представить, что остается на местах после вот такого удара, чрезвычайно тяжело. Поэтому и это, как вы понимаете, только один залп. Да, как бы это не считая израильской авиации, это не считая израильской артиллерии, это не считая израильских танков. В 2006 году Ливан превратился в очень печальное зрелище, хотя американцев там не было. То есть Иран, куда, кстати, сегодня отправился из Катара Исмаил Хания, главарь Хамаса, он там тоже, видимо, согласовывает, что и как может происходить, хотя я повторю это. Хамас не очень любим в Иране. Он, конечно, друг в плане того, что он борется с общим врагом, он там помогает уничтожить сионизм и так далее. Но, в принципе, Хамас в свое время Асада не поддержал. Как бы у них есть свои противоречия тоже. Поэтому, благодаря Америке, в первую очередь, у нас до сих пор не открывается Северный фронт. А отвечая на ваш вопрос, об объявлении, что Америка будет считать это объявлением войны себе, Америка с самого начала, когда пришли сюда эти силы, еще до того, как вторая авиаударная группировка пришла к берегам Ирана, ну не к берегам, а в район Ирана, Америка сказала, что если вдруг Хизбалла вступит в войну, то Израилю мы предлагаем, в общем-то, даже не отвлекаться особо на это, потому что это будет нашей заботой, мы их там начнем перемолачивать. Это очень серьезные сдерживающие факторы, поэтому да, мы ждем, что нам скажет Насрала, но будем надеяться, что он ограничится риторикой. Но он сейчас выступает, еще ничего не понятно, что он сказал. Если, Эмиль, говорить о сдерживании севера, да, и Хизбалла, мы понимаем, что это куда сильнее армия и больше, как вы и говорите, да, у них ракеты, чем у Хамаса. Если говорить о том, что предлагают сделать какую-то паузу в наступлении Цахала в секторе Газа. И якобы это даже предлагает Соединенные Штаты Америки. Мол, сначала нужно обеспечить гуманитарные коридоры, потом, чтобы минимум было ударов по гражданам. И третье, это освободить, конечно же, заложников, среди которых, кроме израильтян, есть и граждане других стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Каков сейчас процесс, на чем остановились и насколько эта пауза реальна и как долго она может длиться? Ну вот,
в ту минуту, когда мы с вами разговариваем, перед зданием у нас в Тель-Авиве есть такой комплекс правительственных зданий, в котором находятся некоторые министерства и некоторые отделения министерств. А кроме того, здесь же находится здание генерального штаба, ну и всякие сопутствующие постройки, Министерство обороны и так далее. Там сейчас конкретно идет митинг, который проводят семьи, организовали который семьи похищенных. Они требуют не вводить никакую паузу и не поставлять абсолютно никакой гуманитарной помощи до тех пор, пока не будут освобождены заложники. Их позиция, в общем, понятна. В этот же самый день Блинкен прилетел к нам уже в третий раз. Он встречался сегодня с Беньямином Нетаньягу, после чего началась, после встречи с глазу на глаз, началась его встреча с узким военно-политическим кабинетом, то есть с другими участниками, Ганцем, министром обороны Галлантом и так далее. Обсуждается несколько моментов. Они, ну как бы, это разные моменты, не касающиеся севера, хотя позиция на севере, разумеется, тоже обсуждается. По Газе следующее. Блинкен на самом деле просит сделать определенную паузу в огне для того, чтобы, во-первых, постараться как можно больше людей вывести из зоны боя. Во-вторых, вывести из зоны боя их пока все равно некуда, потому что весь арабский мир и весь мусульманский мир ограничивается только криками и сожалением. Никто, как вы видите, беженцев оттуда не принимает, отказывается принимать. Тем не менее, их уводят на южную часть Газы, южнее речки, которая называется Бессор, пытаются создать там определенную зону для беженцев. Со стороны Египта, по крайней мере, начали уже делать полевой госпиталь, чтобы раненых перевозить туда. И Америка просит определенную гуманитарную паузу для того, чтобы людей убрать, для того, чтобы, как я сказал, действия ведутся чрезвычайно жестко. И одной из задач является, например, освобождение по максимуму от гражданского персонала, какого угодно, больницы Шифа в Газе. Удастся это сделать, не удастся это сделать, но, в принципе, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет. Чем больше неучаствующего в войне населения благодаря этой паузе удастся оттуда увезти, тем меньше там будет жертв, с одной стороны. С другой стороны, разумеется, речь не идет как бы о долгой паузе, потому что долгая пауза и Хамасом будет использована для того, чтобы как-то перегруппироваться, что-то сделать и так далее. Что касается поставки гуманитарных грузов, точно так же. Вода, продукты питания, медикаменты, они поступают в Газу, они должны поступать в Газу. И поскольку их тяжело ввозить, ну, например, в город, где осталось население, их могут ввозить именно в ту часть, куда беженцев переводят, куда их собирают и так далее. Кстати, сегодня, до этого времени, в Израиле же работали рабочие из сектора Газа, работали они на стройках. Когда началась война, во избежание инцидентов, и потому что многие из них, как выяснилось, до этого участвовали в сборе разведданных, их всех собрали и перевезли в лагерь, который находится на территории Иудеи и Самарии. Что, в общем-то, достаточно зыбко по международному законодательству, как бы людей увезли куда-то без санкций суда, держали там, в общем-то, они, кроме того, что они живут в Газе, они никаких преступлений доказанных не совершали. Тем не менее, их сейчас убрали, им аннулировали сразу разрешение на работе, и сейчас их сегодня вот начали высылать, если уже не выслали целиком, именно обратно в Газу. Соответственно, опять же, их нужно, они должны добраться до вот этих мест, где находятся люди, которые убежали от войны. То есть эти позиции согласовываются с Блинкеном, но самое главное, согласовывается вопрос того, что в Газе будет после Хамаса. И речь сейчас идет о том, чтобы Газу вернули под контроль палестинской автономии. Это то, что предлагает Америка. Но при этом там будет существовать международная коалиция военная, которая будет следить за неразвитием там терроризма. Вне всякого сомнения, ну, как бы, опять же, сомнения тут могут быть любые, с большой долей вероятности, скажем так, в эту коалицию будет включена Саудовская Аравия, в том числе потому, что в ее интересах противодействовать
Ирану, и это одна из арабских стран, которая идет на улучшение отношений с Израилем уже достаточно долгое время. Вот. Есть споры по поводу того, ограничиться международным контролем или все-таки целиком передать это под власть Рамалы, то есть палестинской администрации. В любом случае, это достаточно сильная, может быть, пощечина Эрдогану, если его туда не пригласят в состав вот этих миротворческих сил. И определяются контуры того, как вот эта несчастная территория будет управляться после того, как власть террористов там все-таки свергнут. Эмиль, а вы вспомнили о Эрдогане. Какова роль сейчас Турции и Эрдогана? Потому что, ну, как минимум, высказывания были очень серьезными. Мы знаем, что даже на дипломатическом уровне есть серьезные проблемы между Израилем теперь и Турцией. Это все высказывания, потому что большая часть электората мусульмане в Эрдогана. Или он готов пойти еще дальше? И да, и нет. Электоральная сила Эрдогана, вы совершенно правильно говорите, это в основном жители периферии, сельская беднота и так далее. Там они более консервативны, более религиозны. Для них, во-первых, на них легче влиять, на такую аудиторию по определенным поводам. И исламистская риторика – это было именно то, на чем Эрдоган поднимался в течение всего своего правления многолетнего. Для него это привычно. Но с самой риторикой он выступил тогда, когда понял, что не может влиять на Исмаила Ханию и на Хамас. Как бы он пытался говорить с ним сразу после того, что случилось 7 октября. Он был достаточно раздражен, кстати, тем, что находящиеся в Турции главари Хамаса праздновали бурно, молились, когда вот происходило это. Вот. Потом он пытался общаться с Израилем. То есть он делал все, чтобы выступить вот таким посредником между сторонами. Но после того, как выяснил, что его не слушают ни в Хамасе, ни в Израиле, он выступил, вот обрушился с этой жуткой критикой. То есть фактически это была реакция на неучастие в посреднической миссии, которая проявилась подобным образом. Да, это может привести к какому-то ухудшению дипломатическому. Но я, во-первых, напомню, что даже когда между Израилем и Турцией были отвратительные отношения совершенно, стороны обменивались там угрозами и чем угодно, у нас в эти же годы рос товарооборот, и в эти же годы продолжалось военное сотрудничество, в эти же годы продолжалось сотрудничество в сфере безопасности. То есть теперь уже потом там началось улучшение, которое вот сейчас Эрдоган перечеркнул. Но в принципе никакого особого влияния на ситуацию это как минимум пока не оказывает. Посмотрим, что будет дальше. Не видно особых рычагов. Ну, вряд ли можно ожидать, что Эрдоган вступит в какие-то активные военные действия на стороне Ирана и Турции, извините, Ирана и России, ну, хотя бы потому, что Россия ему тоже не друг, и Иран тоже не друг. Как бы, поэтому нет, особого влияния это не оказывает. А вот буквально сейчас заявил глава Минобороны Израиля Галант, что без освобождения захваченных Хамасом людей не будет никаких временных прекращений огня. Мы знаем прекрасно, Эмили, вы тоже знаете, что Хамас предлагает обменять всех на всех, но я так понимаю, что это не есть полностью окончательно то, чего хочет Цахал. Цахал хочет, чтобы Хамас закончился. С Хамас, когда он говорит, что он готов обменять всех на всех, не предоставляет ровным счетом никакой информации о количестве заложников и об именах людей, которых он захватил. Это все каждый день высчитывает наши спецслужбы, сопоставляя данные с пропавшими без вести и с той идентификацией останков, которая ведется до сих пор. К ней пришлось привлечь даже археологов, потому что тела и то, что осталось от тел в таком состоянии порой, что их просто невозможно, очень трудно идентифицировать. И разговоры с Хамасом не ведутся. Ведутся разговоры со стороны Катара, который тоже чрезвычайно раздражен позицией Хамаса уже. И, кстати, отбытие сегодня Исмаила Ханеи с Катаром может быть тоже не только показателем того, что он полетел на переговоры в преддверии выступления Насравы, но, может быть, они начинают присматривать себе какое-то другое место. Потому что Катар выяснил, что, несмотря на огромные вливания, он тоже, его влияние на Хамас не является абсолютным. Хамас не является абсолютно ручным зверьком.
Что касается освобождения, в нашей армии говорили несколько раз, что все эти заявления, что Хамас якобы готов, делаются с целью психологического давления, в первую очередь на штаб семей похищенных, на гражданское общество Израиля, чтобы показать, что якобы освобождение не хочет Израиль. На самом деле это чрезвычайно зыбко. Хамас хочет, может быть, поменять кого-то на кого-то, но если бы у него была... На самом деле, было бы на самом деле такое желание, то это можно было бы давно организовать, в том числе и не прекращая огня. Как минимум до того момента, пока Газа не была окружена. Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что если наши спецслужбы получат информацию о возможности обменять, ну, например, женщин, захваченных и детей, на женщин и подростков, которые сидят сейчас в палестинских тюрьмах, то этот обмен произойдет. Потому что цель, одна из главных целей, это вырвать оттуда заложников. В идеале всех, а ну, если не получится всех, то хотя бы сколько получится. Если бы это было реально, то это бы делалось не громогласными заявлениями, есть каналы, по которым передается информация, это было бы сделано. На самом деле, информация, которая поступает до последнего момента буквально, гласила, что Хамас не верит в свое уничтожение. Они по-прежнему опьянены успехом своей операции. Они по-прежнему убеждены, что в какой-то момент Израиль будет остановлен в первую очередь мировым сообществом, Америкой и так далее. И, в общем-то, они из этой ситуации выпутаются. То есть они до состояния отчаяния, которое они готовы освободить людей, еще не дошли. Это именно то, чего сейчас добивается Цахал, армия обороны. Эмили, конечно же, с того, чего я начинал, анонсировал наш разговор, что участие в этой войне России, оно однозначно есть, но какое? Давайте начнем с того, что сказал постпред в ООН Небезя, да, он сказал большую чушь. Он сказал, что Израиль не имеет права на защиту. Он это сказал потому, что якобы Израиль есть государство-оккупант, ссылаясь на суд 2004 года. Но мы прекрасно знаем, что в 2005 году Израиль вывел свои войска из сектора Газа. Вот эти заявы России, как... Вы считаете, должен отреагировать Израиль? В первую очередь уже известно, что удары Израиля по базам в Сирии уже не предупреждает Израиль, официальный Кремль, хотя там тоже есть военные Российской Федерации. Окей, значит, слова человека с интеллектом Небензи комментировать не хочется вообще. По всем международным нормам Россия является государством, которое оккупирует территории Украины. Фактически Небензя в ООН заявил, что Россия не имеет права оказывать сопротивление украинским войскам, которые пытаются эти территории освободить. Точка. Это сказал представитель России, представитель российского МИДа. Мы никогда не строили больших планов на большой интеллект всех, кто там работает, но они просто превзошли сами себя. Молодцы. Пусть Небензя несет, что хочет дальше. Вообще, Организация Объединенных Наций, в которой Россия заседает в Совете Безопасности, а Иран, если я не ошибаюсь, со 2 числа возглавил Совет по правам человека, да, страна, в которой вешают за неправильную сексуальную ориентацию. Ну, как бы это стало каким-то клубом пикейных жилетов. Кстати, с миротворческими силами, которые тоже неоднократно доказывали свою недееспособность ни в чем, поэтому сейчас, когда в Газе говорят о миротворческом контингенте, вариант, что там будут голубые каски ООН, по-моему, вообще не рассматривается. Значит, это касаемо Небензи. Во-вторых, по поводу России. У нас, как вы понимаете, российская пропаганда, она все равно не успокаивается. И если раньше нам вбрасывали всевозможные фальшивки по поводу того, что Израиль не должен помогать Украине, потому что у нас экономическое положение тяжелое, или потому что там Путин в Сирии, или потому что еще что-то, то сейчас они распространяют информацию на иврите о том, что митинги антиизраильские под палестинскими флагами ведутся по указанию Украины. Значит, я так понимаю, что это реакция на погром в Махачкале, который они смогли придумать. Но к чему я это все говорю? У нас есть достаточно популярная программа на 11-м телеканале местном, которая выпустила 28 октября в эфир сообщение,
о том, что украинское оружие, я подчеркиваю, из Украины именно, было доставлено боевикам Хамаса до войны. В том числе... Эмиль, извините, пожалуйста, что перебью вас, потому что вот только сейчас Путин сказал, что Украина, это он, это есть видео, Путин говорит, что Украина передает оружие, в том числе и талибам. Вот прямая речь. Я так понимаю, что у Украины оружие столько, что вы начали им снабжать весь мир. Значит, Украина, по конкретно той поставке, которая была озвучена на израильском телевидении, ваш центр стратегических коммуникаций 29 числа уже опубликовал данные о том, что это фейк. Ведомость, которая товарная сопровождает это, ну, во-первых, она размыта, во-вторых, непонятно, как бы, ну, понятно, что спецификация есть у любого товара. Нет ни одного внятного доказательства, что оружие пришло из Украины, но по некоторым образцам оружия видно, что из него стреляли. То есть, скорее всего, речь все-таки идет о трофейном оружии, опять же, все что угодно может быть. По какой-то причине в Украине, да, центр потребовал от 11 канала опровержения. Опровержение до сих пор не последовало, а с опровержением фактически выступили эксперты Израильского института по вопросам национальной безопасности, которые тоже сказали, вот Даниэль Раков, например, сказал, что это чушь. Значит, но, тем не менее, со 2 числа нет доступа к сайту государственного концерна радио и телевещания израильского в Украине. И мы сейчас пытаемся выяснить, кто конкретно отрубил доступ к этому сайту. Как бы мы отправили запросы в украинские спецслужбы, отправили запросы в нашу эту структуру. Как бы ни от кого пока что нет ответа. Мы очень надеемся, что мы его сможем получить. Это странная ситуация. Значит, это я к тому, как распространяется информация и как вмешивается Россия. Значит, а кроме того, вы уже вот упомянули, что Израиль, да, во многих уже случаях не предупреждает россиян, не координирует с ними нанесение ударов по Сирии, ну просто потому что может быть утечка информации. И это происходит на фоне общего ухудшения отношений уже в верхах и в том числе в военном эшелоне с Россией. Военные наши видят, как Россия все активнее помогает. Вот. Но поступила еще информация, которую опубликовало издание The Wall Street Journal со ссылкой на вашингтонских чиновников о том, что ЧВК Вагнера собирается передать сирийцам, не сирийцам даже, а Хизбалле, но в Сирии, по-моему, «Панцирь-С-1». «Панцирь-С-1» — это зенитно-ракетный комплекс, который совмещает скорострельные пушки с ракетами и в состоянии бить по самолетам, бить по наземным целям. В общем-то, достаточно серьезный комплекс. Вот, поразило опровержение, с которым вышел Дмитрий Песков. Он сказал, что эта информация не обоснована, потому что ЧВК «Вагнер» вообще не существует. Значит, по всей видимости, это имеет под собой обоснование, но, вы знаете, у израильских ВВС есть протокол. В тот момент, как производится выстрел из чего-нибудь в сторону наших самолетов, самолеты прикрытия моментально наносят ответный удар. Этот протокол известен, и русские уже потеряли одну из своих систем ПВО после того, как попытались обстрелять однажды израильский самолет. Было не так давно. Вот. Я не хочу говорить, что как бы этот комплекс — это ерунда. Он как бы не самый сильный, который существует у России, потому что там был и С-2, там были и его последующие модификации с большей дальностью боя там, и так далее. В любом случае, это некая серьезная боевая единица. Если русские ее передадут, то есть если мы увидим, что эта боевая единица находится на вооружении у Ливана, у Хизбаллы или у шиитских милиций в Сирии, это будет означать прямое вражеское действие Кремля против Израиля. Вот. И я очень надеюсь, что при любом раскладе этот комплекс не очень долго... Правильно я понимаю, что Кремль действует следующим образом, уже обычным в этой войне, и израильской, и войне в Украине, они используют Вагнер как прокси, да? Это, казалось бы, и не наши, но и вот мы можем забросить их в Беларусь, делайте что хотите на границе с НАТО, но к России отношения Вагнер не имеет. Так же и здесь. Вагнер передает вооружение «Панцирь-С-1», но это не Россия, да? Извините, мы ничего не делаем.
Ну, вы знаете, изначально частные военные компании для этого и создавались во всех странах мира, в Великобритании не исключение. То есть это всегда некие спецсилы, которые являются частными и им поручают операции, в которых не хочет пачкать собственные руки то или иное государство. В России это приобрело невиданный масштаб, потому что фактически эта организация стала мероприятием по отжиму ресурсов в других странах. Ну, после того, как вся Россия разворована и по карманным олигархам розданы все ее природные ресурсы, а как мы с вами знаем, ничего дельного производить в России не могут, там только могут выкапывать либо выкачивать из земли то, что есть. Да, пилить дерево, лес, добывать, я не знаю, рыбу, нефть, газ. Ну, короче, чем Бог послал, тем и кормятся. То ЧВК Вагнера и некоторые другие, кстати, частные военные компании, местные, менее известные, они использовались для отправки в другие страны, в которых выполняли определенные военные функции, а в обмен получали концессии на разработки нефти, на разработки месторождений драгоценных металлов или, полудрагоценных или драгоценных камней. Да, то есть... Если вот мы говорим, например, что из России было этим режимом Путина в целом выведено более триллиона долларов за границу в общей сложности, то здесь Пригожин построил структуру, которая вообще не вводила деньги в Россию. То есть шла постоянная накачка, и на этих условиях россияне воюют в Сирии, на этих условиях россияне воюют в Ливии. Это всегда наемники, которым надо платить. В качестве платы они берут месторождения, те или иные, и как бы с них хочется. Если вы помните знаменитый вот этот разгром первый, который американцы устроили Вагнера, когда... Как бы это была именно попытка захвата нефтяного нефтеперерабатывающего завода. Просто он принадлежал курдам, а защищали его американцы. Вагнеровцы решили, что если они нападут ночью, то их не увидят. Но их увидели и перековошматили. Как бы, поэтому Вагнер это даже, в общем-то, не просто прокси всегда было, а это просто обычная крышующая бандитская группировка. Потом, когда Россия вписалась во все эти геополитические войны, они стали, да, уже активными прокси, в таком качестве существовали и существуют, пусть в меньшем объеме в Сирии, в таком качестве их перебрасывали в Беларусь, ну не в Беларусь, в Беларусь они потом отступили, их бросали на войну в вашу страну, когда не хватало своих резервов. Это вполне боеспособная единица. Они действуют или действовали в Латинской Америке, они действовали или действуют в Центральноафриканской Республике. Вы помните, как там убили трех журналистов, расследователей, которые поехали выяснять, чем они занимаются. Занимаются они банальным крышеванием, отжимом и крышеванием крупного бизнеса в интересах Путина и его окружения. Эмиль, и вот в эти минуты, что сказал Насралла, лидер Хизбуллы, напомню, это лидер Хизбуллы, да, который впервые 7 октября выступил с заявлением. Он сказал следующее, я процитирую. Выразил благодарность всем странам, выступающим в поддержку Хамаса, и особенно выделил иракские группировки и йеменских хуситов. А также сказал, что решение провести бурю Аль-Акса, вторжение, да, на территорию Израиля, полностью приняты палестинцами. Многие союзные силы были удивлены этим. Правильно ли я понимаю, будем осторожны, да, я имею в виду, как трактовать эти слова, но я правильно ли понимаю, что Хезболла этими словами Насралла дал понять, что действовать они не будут? Да, насколько можно предположить, опять же, как бы, я очень надеюсь, что наша оценка правильная, ваша оценка верна, это риторика. Мы, в общем-то, такую риторику слышим буквально с 7 октября. Самое первое заявление Насралы заключалось в том, что вторжение – это сигнал тем странам, в первую очередь, которые хотят умиротворения с Израилем, улучшения отношений с Израилем. Ну, то есть он адресовал этот намек Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам. В данном случае, поскольку не прозвучало прямое заявление о том, что мы вам сейчас покажем, будем надеяться, что это так. Есть по-любому опасения, что наоборот он выступает с такой мягкой речью в надежде, что израильтяне расслабятся, американцы расслабятся, и тогда он нанесет неожиданный удар. Но я думаю, что расслабляться никто не будет, поэтому ситуация останется, какой она есть. Будем надеяться, что Средний фронт, что Северный
Северный фронт не откроется. Ну, Эмиль, я думаю, что эффект неожиданности уже не будет, да, с севера до Израиля? Нет, не будет, не будет. Там много сил Цахала стоит, да? Конечно, конечно. Там сразу была укреплена граница, там огромное количество войск, то есть... Единственное, что может начаться, ну, как бы, были попытки проникновения неоднократные, там прощупывали все время оборону, были уничтожены все, без исключения группы боевиков, которые пытались прорваться с севера, что с Сирии, что с Ливана, и есть информация, что в Хизбалле были неприятно удивлены количеством потерь при вот таких вот даже дуэлях, там нехорошее соотношение в их пользу, не в их пользу. Сейчас, ну, если начнется, то начнется тяжелейший обстрел. Вот это да, это вряд ли можно будет сдержать в первые часы и дни, но, конечно, не вторжение, не какая-то там серьезная атака уже вряд ли возможно. Граница севера и весь север чрезвычайно укреплены, часть людей оттуда эвакуированы. Ну, в общем, да, эффект неожиданности уже не произойдет. Эмиль, спасибо вам за этот разговор. Спасибо за то, что вы в деталях рассказываете о ситуации в Израиле, в секторе Газа. И я очень надеюсь, что как и мы, так и вы быстро закончите, да, с ликвидацией террора и всех организаций, таких как Хамас. Потому что если оставить им хотя бы один шанс, они его рано или поздно используют. Спасибо. Победы нашим странам. Будем надеяться, что мы ее добьемся по возможности меньшей кровью с нашей стороны и вернемся к нормальной жизни. Да. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Еміль Шлеймович, це є головний редактор видання «Деталі Ізраїль». Будь ласка, не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки і ділитися нашою розмовою, тому що ми повинні знати усіх ворогів на цій планеті, знати усе це площу тероризму, площу несвободи, тому що зараз де на планеті бій цивілізацій між демократією, волею і диктаторством та терором. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.